Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Приятно вас видеть. Значит, у нас с вами интересные задачи встают. Мы с вами достаточно подробно обсуждали вопрос о требованиях по заработной плате. Ну и могло бы сложиться впечатление, что это чуть ли не единственный вопрос жизни народов. Но это действительно не единственный вопрос. Потому что если бы вопрос поставить таким образом, что вы будете работать 23 часа в сутки и получать по 500 тысяч в день. Я думаю, что в таких условиях жизнь была бы тяжелой, но зато короткой. Весьма короткой. Да, поэтому, чтобы вы не успевали? Да. Что не успевали? Нет, ну на похороны можно было бы памятник в конце поставить, большой, грандиозный. То есть все нужно соразмерять и с другими условиями. И есть такое понятие очень фундаментальное – условия труда. Условия труда – это материальные условия, при которых совершается труд. Материальные условия, при которых совершается труд. Что сюда включается? Это машины, оборудование, это то помещение, в котором совершается этот труд. Необходимые приспособления, какие есть, наличие или отсутствие вентиляции, та или иная степень вредности. Как известно, в той же самой Думе думцы получают 250 тысяч рублей, а шахтеры, которые находятся под землей, получают 40 тысяч рублей. Но нельзя сказать, что там условия в шахте намного лучше, чем в Думе. Есть опасный труд. Опасный труд двояко влияет на человека. Во-первых, повышенная количество травм в связи с опасным трудом. Причем страшные имеются травмы, и страшные бывают случаи на производстве. Десятками и сотнями люди погибают на производстве. Например, вот у нас есть такое предприятие, которое производит бумагу очень хорошую для денег, госзнак. Упала женщина ночью, работница, в чан, где растворяется соответствующий материал, и растворилось, и все. Или вот, так сказать, с такими волосами, которыми сюда приходит, косынку не надела, наклонилась, замотала все это дело в станок, сорвала скальп, все. Страшное дело. Поэтому таких случаев, к сожалению, очень много. Или такой случай, что раз и моментально себе отрезала руку или отрубила. Вот, скажем, я наблюдал на красном треугольнике, когда он еще существовал. Один такой веселый человечек там был, так все смотрел, я ходил. Я там лекцию читал, но заодно посмотрел, как люди работают. Люди там работали на конвейере в основном, скажем, на скороходе на конвейере. Конвейер еще чем плохо, что это монотонный труд, когда одно и то же человек выполняет каждый день, и в одно и то же время, и в одном и том же ритме, и он, так сказать, засыпает. Так вот, чтобы человек не заснул, а если заснул, чтобы себя не изуродовал, то вот там предпринимались такие меры. Вот один товарищ, он нажимал на рычаг и подкладывал соответствующий материал, и выбивали стельки или подошвы для ботинок, для туфель. Так вот, чтобы он убрал руки, прежде чем это будет выбиваться, значит, пока он руки так наверх не поставит, не срабатывает. Если он нажимает на педаль, не срабатывает. Только вот если он так держит руки, то не срабатывает. Вот наверх поставить, срабатывает. Поэтому это была картина довольно-таки наблюдательная. Он, значит, так вот берет, кладет, потом раз, потом опять раз. И так он все время какой-то танцевал. Такой, думаю, надо же, как красиво смотрится. Поскольку я учился в средней политехнической школе, тогда в 9, 10 и 11 классе мы 2 дня в неделю работали на производстве, на заводе настоящем. Я работал на 936-м заводе, почтовый ящик, за электросилой. И вот на этом заводе
что-то такое делали, про что нам не говорили. Но если пойти на ту помойку, которая была внутри завода, там лежали соответствующие циферблаты, на которых было написано «бомбосбрасыватель». Ну, а мы сначала были на сборке, там требования очень простые. Если где-то дефект при этой сборке появится, всю партию ликвидируют. Всю партию ликвидируют. Это жесточайшие требования. Поэтому нас там немножко подержали и решили, что лучше нас убрать в какие-нибудь другие цеха. И отправили нас всех, я был слесарем. Там и долго-долго обрабатывал соответствующий материал. Вот, и все, надо было и опять переделывать, и опять доделывать, потому что то, как я делал, не соответствовало тому, как надо. Потом нас бросили на станки. Я был токарем. Причем токарем-часовщиком. Столик, маленький такой станочек, так, так. И я делал подшипники для магнитофона «Астра». Сначала мы делали их бронзовыми. И поэтому я сидел, и прямо тут золото вокруг меня было. Так все это очень было красиво. Потом решили, что лучше сразу делать эти подшипники, чтобы не смазывать из порошка бронзы и графита. И вот я, значит, со своим этим резцом подвожу оттуда. Вот у меня такое все черное было лицо, и руки черные, и рабочие рядом ходили и говорили, что вот черномазый сидит, значит, делает. Итого я получил первый разряд. То есть я за 3 года работал, ну, в общей сложности, по 2 дня в неделю, получается, значит, в итоге 1 год на производстве. И получил удостоверение, у меня дома есть, токарь первого разряда. Таких не найдете. Сейчас я, все, что вы найдете, будет 3-й разряд, не ниже, а у меня 1-й. Если бы это был спорт, то это было очень хорошо. А требуется токарь какого сейчас? 5-го, 6-го разряда. Но это было настоящее производство, настоящий завод, и все, что мы делали, тем более я летом решил подработать, для семьи, и месяц отработал в течение отпуска. И тогда мне начали давать более сложную работу, связанную с тем, что я изготавливал соответствующие шестеренки и прочие детали. И, так сказать, немножко познакомился с производством. Вот когда собиралось собрание цеха, приходили литейщики, то сразу было видно, что они литейщики. Потому что люди находится в такой атмосфере, в которой, как говорится, благоухать никак не может. Цвет лица землистый. У всех, как у одного. Соответственно, они имеют льготу. В чем состоит льгота? На 10 лет раньше уйти на пенсию, соответственно, 10 лет раньше умереть. Потому что, что значит на 10 лет раньше на пенсию? Значит, на 10 лет раньше изнашивается организм. Поэтому, вот, скажем, классики марксизма, Маркс, и Ленин, которые на эту тему говорили, что вот они писали, что коммунизм сводится к улучшению условий труда рабочего. То есть, прежде всего, должна идти речь не о зарплате, не о том, что вы получите за это дело, а о том, какие условия труда. И если в отношении зарплаты, так сказать, вопрос довольно быстро может решаться, повышается, то изменить условия труда – это значит изменить всю материальную основу производства. Попробуйте вы это сделать. Это другие станки, другие машины. А вот в этом отношении даже нечего и почитать по этому поводу, сейчас ничего не меняется, а все стареет. А старое может, так сказать, оторвать руку, выбить палец и так далее. Все что угодно может быть. Потому что старая машина разваливается когда? Не тогда, когда она не работает, а тогда, когда работает. А когда она работает, рядом с ней стоит рабочий, и она его или калечит, или убивает. Поэтому, к сожалению, смертность на производстве и травматизм на производстве, они сокращаются. А в связи с тем, что очень плохо заменяется оборудование, они растут. В связи с этим, конечно, надо не забывать при выставлении требований, что вы можете выставить требования по повышению зарплаты, и окажетесь в таких условиях, что никакая зарплата будет не нужна. У тех же докеров приходили здоровые вроде парни, такие мужики, поработают 3 дня и говорят: нет, не надо мне вашей зарплаты, до свидания, я пошел. Пока работа была ручная, норма, которая в этом коллективном договоре, который я выдал тем, кто раньше всех пришел, там такая 24 тонны в смену на человека выгрузить, 24 тонны. На переговорах с работодателем было предложение 12 тонн, и, к сожалению, представитель профсоюза согласился опять оставить 24. Это приводит к тому, и приводило к тому, что
профессиональные заболевания у них, у очень многих. И постепенно и члены профсоюза переходят из здоровых, так сказать, парней в инвалидов. А инвалиды эти, ну, уже, так сказать, люди... Инвалид – это недействительное, как известно, в переводе с английского. Сейчас, можно сказать, уже ручного труда нет. Сейчас там все с помощью машин, механизмов делается. Я один день там работал, на корабле в трюме, поучаствовал в этом деле, посмотрел. Это труд, в общем-то, несложный. В трюме вот привезли окорочка в коробках по 30 килограмм. Берешь коробку и клавиш ставишь на поддон. Берешь и ставишь, наклониться, нажать и положить. И все. И все. И так 2400 раз в смену. А поскольку 20 раз это полезно даже наклониться, хорошая зарядка, то учитывая, что это в трюме, и там все они заморожены, то, понятно, здесь у тебя испарина, и в то же время, значит, здесь мороз. Это тоже, если это не один день, как я работал, а это изо дня в день, и так постоянно, люди оттуда постоянно выходят из числа здоровых, переходят в больные, к сожалению. То есть... Современное производство пока, оно, с одной стороны, оно, конечно, что-то дает и для развития работника, безусловно, всякое производство и всякий труд. В то же время вредного и опасного труда очень много. Появились и новые виды вредности. Например, вы знаете, что перемещаются радиоактивные вещества, в том числе и через порт. Перемещаются так называемые фумигированные грузы. Это значит, что если там идет шрот, это... корм, растительный корм для животных. Но они обрабатываются газами для того, чтобы там не было вредителей. Остатки этих газов, как бы их не проветривали, они остаются. Вот люди начинают разгружать, они отравляются этим. Не совсем отравляются, но частично. Скажем, я видел там специальный комплекс по перегрузке удобрений. Это тихий ужас, потому что все эти удобрения сыпучие, вокруг это все в воздухе идет, а из воздуха это попадает куда? В легкие попадает, естественно, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю о том, что бывали такие случаи не раз, когда вот большой перегрузочный комплекс наезжал на человека, и человек, он его раздавливает. Или был случай, когда зимой погрузчик, значит, что-то, видимо, случилось с ним, на значительной скорости поехал, сбил загородку, свалился на лед и утонул вместе с и погрузчик, и докер в нем утонули зимой, разбив лед. Ну, это вот то, что мне пришлось наблюдать, потому что у нас вообще возможности понаблюдать производство, скажем так, вообще нет ни у кого. И если раньше я был политэкономом, и нам говорили читать лекции на заводах, и нас приглашали, я читал где-то 500 лекций примерно в год, когда работал на экономическом факультете, то есть вот здесь был экономический факультет, кафедра политэкономии, где у вас деканат была, да, самая крупная в Советском Союзе, заведующий кафедрой профессор Колесов. Я там был в аспирантуре и потом, соответственно, был ассистентом. То как вы сейчас попадете на завод? Да никак. Значит, у меня вот был летом пропуск в порт, который... был получен через ФСБ, потому что это граница, и, соответственно, это целая процедура получить пропуск. Он закончился 1 августа, мое посещение тем самым и закончилось. А так вот, куда вы пойдете? На какой завод вас пусть? Ни на какой. Если раньше, скажем, профсоюзы приглашали, чтобы почитали лекции, или помогли разрешить конфликты, то это сейчас очень маловероятно. Маловероятно. Поэтому мы во многом с вами теоретики. Вот чтобы преодолеть этот самый теоретический разрыв, или практический разрыв, который у нас есть, для этого я вам принес очень ценный документ. Вот этот документ мною получен, поскольку я являюсь консультантом ЗАО, правкома докеров, ЗАО «Первый контейнерный терминал», ну и участвовал в переговорах по заключению вот этого коллективного договора. Значит, в чем смысл вот того документа, который к вам сейчас попал? Значит, я повторяю, те, кто раньше пришли, получили, а после того, как они отработают свою часть, свое дело, просьба передать тем, у кого их нет, для того, чтобы они тоже могли познакомиться с этим.
и сделать соответствующий анализ. Я об этом скажу подробнее. Сейчас скажу о самом документе. Значит, что такое коллективный договор? Если вы собрались выставлять требования, всякий коллективный трудовой спор или конфликт начинается сначала не с конфликта, правда? А с того, что люди обращаются сначала с просьбами. Это зафиксировано. С просьбами обсуждают, садятся за стол переговоров, тем более, что наше законодательство это прописывает и предписывает. Можно подать заявку от соответствующей организации профсоюза, и через 7 дней обязан представитель другой стороны, сесть за стол переговоров, а те, кто подали заявку, или о ком записано в этой заявке, что просит их освободить от работы, их освобождает от труда предварительно на 3 месяца, до 3 месяцев с оплатой по среднему. И вот 3 месяца они могут беседовать. Вот представьте себе, значит, мы с вами беседуем, я вот работодатель, представитель работодателя, первый заместитель генерального директора, и вы хотите у нашего хозяина часть прибыли перевести в зарплату. И хотите меня убедить? Вот вы это будете образованный, конфликтолог, вы меня убедите? А я каждый раз буду приходить и вам доказывать, как тяжело нам живется, нашему предприятию. И вообще мы с вами находимся в одной лодке. Если вот я сделаю то, что вы просите, наша лодка потонет. Да ладно, что мы-то потонем. Нас-то мало, хозяев-то и руководителей, а вас-то много, и вы все потонете. И вы хотите, чтобы все потонули. Вы же понимаете, какую ответственность вы на себя берете. И я это буду вам рассказывать очень убедительно каждый раз. И так 3 месяца. Но у вас есть форма, если я вас не убедил, и это законодатель предполагает, выставить требования, то есть сформулировать требования и начать коллективный трудовой спор. А спор – это еще не конфликт, правда? Вот если я с вами спорю, я вот рассказываю вам, что вот так-то и так-то. А вы говорите, нет, не так-то и не так-то. Мы обсуждаем, и потом приходим к такому выводу, что и вы не правы, и я не прав, а вообще-то вот надо вот так. То есть, что такое спор? Это разногласие. Вы одно, я другое, мы спорим. А вот если разногласие никак не урегулируется, это неурегулированное разногласие, и тогда уже стороны этого спора переходят от аргументов, от силы аргументов к аргументам силы. И тогда они используют другие совсем средства для того, чтобы принудить, заставить другую сторону так или иначе согласиться со своими требованиями. То есть имеет место тогда конфликт. Хочу сразу сказать, что если требования и законные, и справедливые, и вполне, так сказать, благоприятно отражающиеся на работников, именно хорошие требования без конфликта осуществить, реализовать не удается. Как говорит практика. То есть какой-нибудь плохонький коллективный договор, скажем, почему в связи с требованием мы говорим о коллективном договоре? Потому что хорошо бы требования взять не по отдельности, что уж если вам придется с этим помучиться, с этим спором и с конфликтом, еще и, может быть, забастовку делать, то, значит, прежде чем такие вещи серьезные делать или на них пойти, то нужно уж такие сформулировать требования, которые были бы всеохватными. То есть они представляли собой все то, что вы считаете необходимым сделать для реального улучшения положения работников. Поэтому они должны охватывать все стороны жизни предприятия. Вот вы, во-первых, должны решить, как вы туда добираетесь. Если это трамвай, например, как вы понимаете, во сколько он? Сколько надо встать водителю трамвая, чтобы трамвай утром пошел? За пару часов. А? Ну, во сколько? Как вы думаете? 6. Ну, 6 метро уже начинает. Уже к метро едут на трамвае. Вы там не это... А? Да не ложитесь, кто вас кто-нибудь заставляет ложиться? Никто вас не заставляет, никакой закон вас ложиться не ставит. А вот явиться на работу вовремя вас заставляют, иначе вы будете уволены в связи с грубым нарушением порядка, распорядка. А вот вопрос, как добирается, должно быть, или вы работодатель может как хотите, так и добираетесь, ваше дело. Вот вы пришли ко мне, я вам плачу деньги, вы работаете. А как вы добираетесь, это ваше дело. Что, здесь такси? Можете купить 4 автомобиля и цугом ехать. Это ваше дело. Но можно прописать в коллективном договоре, в проекте,
что в случае, если речь идет о вот такой ночном начале работы, а ночь считается в законодательстве с 22 часов до 6 часов утра, ночная работа считается с 22 до 6, в этом случае он обязан развозку прислать транспорт, который, ну это значит, есть люди, которые будут в ночь работать, водители, и доставлять вагоновожатых и водителей трамваев, то же самое троллейбусов, то же самое автобусов, к месту работы, с места жительства. Или дело ваше, вы можете, работодатель может выдать деньги на такси, и вы тогда вызовете такси, никаких проблем. Гостиницу. Да. Значит, что надо запомнить? В работодателе может содержаться то, что лучше, чем предусмотрено законом, но не может содержаться то, что хуже, чем предусмотрено законом. То есть все, что лучше, пожалуйста, работодатель позволяет, законодатель позволяет, хуже запрещено. Некоторые работодатели садятся за стол переговоров и говорят, вот давайте, как в законе написано, так и запишем. Какой смысл записывать то, что и так есть в законе? Раз оно в законе есть, то хуже, чем в законе, нельзя. Поэтому эта вся, так сказать, процедура требований, удовлетворения их, обсуждений, ничего не стоит, если не будет лучше, чем в законе. Поэтому бессмысленен тот, скажем, документ, которым выставляется что-то, что-то на уровне законов. Ну давайте запишем в законе, что надо повышать уровень реального содержания зарплаты. Написано в 134-й статье. Иногда бывает полезно переписать в коллективный договор. Причем полезно бывает без ссылки на закон. Это в тех случаях, когда вы уже знаете, скоро закон это уберут, а у вас без ссылки записана эта норма, она останется. Но те, кто не записали себе в коллективный договор, они этого потеряют, а вы сохраните на период действия коллективного договора. А еще на 3 месяца, на 3 года можете его потом продлить. Что такое с этой точки зрения? Что-то с этой точки зрения проект коллективного договора. Проект коллективного договора – это, по существу, такой документ, который заключает все требования работников к работодателю. Требования. Проект. И вот некоторые горячие головы, не прошедшие курсы конфликтологии, никакого проекта не имея, ничего не делая, ни о чем не обдумав, пишут бумагу. Предлагаем начать переговоры по заключению коллективного договора. Это, считайте, проигранный коллективный трудовой спор. То есть вы приходите, ничего у вас нету, кроме того, что вам сейчас оплачивают ваше здесь сидение, вам нальют и минеральной водички, или кофе, и будут с вами беседовать хоть 3 месяца. Лучше беседовать 3 месяца, чем я часть прибыли своего хозяина вам отдам. Поэтому процедура заключения коллективного договора состоит следующее. Сначала надо составить его проект. Сколько человек должны работать, чтобы составить проект коллективного договора? Маша, сколько? Один. Молодец. Вот. Я знал, что она правильно даст ответ. Один. Даже Маркс и Энгельс все-таки не так писали, что одновременно ручку держали 2 руками. Такого не было. Вот Энгельс написал «Принципы коммунизма», потом Маркс сел дорабатывать. Потом снова они к этому вернулись, и получился коммунистический манифест. Поэтому говорят, нам не дают разрабатывать. Короче, как можно вам не давать? Вот как я могу вам... Вот я могу вам не дать написать книгу? А? Вы пишете книгу? А что вы? Это вы, наверное, пишете, но вы не говорите, да, так скрываете. А почему вы не пишете книгу? А вы хотите вот писать, когда станете вот такой возраст, как у меня будет, что ли, вот? Да вы в таком возрасте будете уже думать, как вот с одним внуком, с другим, с третьим сходить погулять. Сейчас надо писать книгу. И вы тоже не пишете книгу? Все уже написано. А что вы не пишете? Написали уже? До меня написали. А? До меня написали. Ну как может быть для вас, если для вас написали хорошее, то вы должны написать еще лучше. Какой смысл тогда в вашем существовании, если вы не можете сделать лучше, чем предыдущее поколение? Никакого смысла нет тогда. Это вы как бы вот выброс такой. Знаете, как это? Природа, так сказать, на вас отдыхает. Это ужас. Что за люди такие? Вот я, например, всем разрешаю сдавать экзамен досрочно. На здоровье сдавать. Приходите, сдавайте. Я вот учился в то время, когда всегда это поощряли, и говорят, пожалуйста, хоть... Вот я прихожу, говорю, а можно досрочно взять? Да, пожалуйста.
Я быстренько все читаю, сдаю. И у меня вот в расписании вот все вот эти, этот предмет везде. Я в это время могу следующий предмет готовить, потом следующий, потом следующий. Значит, наступает 1 июня, я уезжал пионервожатым в пионерский лагерь университетский. Хорошо, купались, там солнце светит, остальные экзамены дают. Ну, если вы раньше что-то выучите, все плохо, что ли? Ну, ладно, это мелочь, то, что я говорю. А книгу-то почему не написать? Имеется некоторые вещи лучше вовремя заканчивать, чем раньше. Вот это и есть вовремя. Раньше написать – это и есть вовремя. Знаешь, такое понятие есть успех. Вы хотите успеть или быть успешным или неуспешным? Сейчас особенно это. Говорят, вот если у вас нет подводной лодки, как у Абрамовича, то вы неуспешные. То есть вы не успели. Он, значит, прибежал когда-то, хапнул там все, что плохо лежало. И вот теперь у него есть подводная лодка. А вы не успели. А вы не успели вовремя написать. Другие написали на эту тему. Вам мысль пришла раньше, а он издал раньше, и поэтому ваша мысль уже все, не открытие. Вот так, например, такой был математик Баяи венгерский. Папа у него тоже был математик. И вот он все бился над проблемой, вот такой теоремы, доказать, что нельзя, или опровергнуть, что через одну точку нельзя провести сколько угодно прямых. Что только одну прямую, как сейчас написано в эвклидовой геометрии, только одну прямую через точку параллельную, не пересекающую вот данную. И вот 2000 все люди, 2000 лет бились над ней разные математики, и не могли ни догадать, ни опровергнуть. И вдруг крамольная мысль пришла этому венгру Баяи, что это вообще нельзя доказать, и опровергнуть нельзя, что это просто аксиома. И он тогда написал такую статейку и папиному сборнику подключил туда, и вставил туда, папа издал. И когда он издал, выяснилось, что за месяц до этого товарищ Лобачевский Николай Иванович написал большую-большую книгу на эту тему, в которой все это было разложено по полочкам, и поэтому вот эта неевклидовая геометрия носит название геометрии Лобачевского. А вы вот говорите, вовремя, уже название будет. Как фамилия ваша? Кич. Ну вот, а там уже другое будет написано. А вы уже... Как это в науке надо не отставать? Диплом на работу кто-нибудь вам запрещает сейчас писать? Ну, в чем дело? Ну ведь, чтобы не отставать, надо сначала догнать. Чтобы не отставать, надо, себе выделить на дипломную работу 2 года, а не один. А вы выделяете на нее один, а вдруг вы в тот год заболеете, или у вас будет плохое настроение, противно будет делать вашу дипломную работу. А сейчас не противно. А такие случаи бывают. Вот так противно потом это делать. И все, надоело уже. Сколько, опять конфликтология. Это все, сколько можно, это уже 3 года, все конфликты. Ужас. И надо их все разрешать. И все это я должна сделать или должен. Это ужас, кошмар. Возвращаемся мы к тому же самому, о чем мы говорили. То есть нужно не сидеть, а не ждать, и не приходить вот ни с чем на заседание. А надо иметь свой проект. Что вы хотите? Вообще мысль о том, как улучшить свою жизнь, мыслить, думать на эту тему, как улучшить жизнь коллективно, всех своих товарищей, это очень важная работа, умственная работа, очень важная. И вот вы, допустим, как улучшить жизнь вашей группы? Может, застрелить преподавателя надо для этого перед экзаменом, потому что что-то от него хорошего не жди. Или наоборот, что-то придумать, чтобы он не зверствовал. Ну, вот надо что-то думать. Да, ну, надо думать, да, думать. Короче говоря, надо составить проект. Должен найтись один человек, который сядет и напишет. Во-первых, скажем, на сайте Фонда рабочей академии, например, висят прямо в электронной форме такие вот коллективные договоры, неплохие, которые можно взять за основу. Или вот, скажем, вот коллективный договор. Вы берете его за основу и приспосабливаете к тому предприятию и к той специальности, по которой вы работаете. Но требования, в общем-то, во многом совпадают. Например, вот самое главное достижение вот этого коллективного договора состоит в том, что если в законодательстве уже выброшено согласование с профсоюзом, то есть если раньше там вот я решил вас уволить, я говорю, все, больше вы тут не работаете. Он говорит, сейчас я схожу вот профсоюз, с ним поговорю, вот вы с ним поговорите. Он
Я вот говорю, я это решил уволить. Я говорю, а мы не согласовываем. И все, и он остается. Весь разговор. И я наблюдал такую картину. Здоровый, квадратный такой докер приходит к председателю правкома и говорит, она сказала мне идти в кадры, что меня увольняет. А тот и сидит, председатель правкома, говорит, да ладно, это ерунда, это все. Они без нас не могут, без нашего согласия. А она сказала. А потом... Да, в коллективном договоре было прописано, что докеров нельзя, членов профсоюза докеров нельзя уволить без согласования с профсоюзом. Эти, значит, теперь, когда составляют список на увольнение, смотрят, так, это докеры, вычеркиваем, остальных оставляем на увольнение. Так вот, сейчас в законе написано учет мнений. Что такое учет мнений? Вот, хотел спросить. Вы хотели спросить? Ну, у вас есть мнение какое-нибудь? Не вполне. Ну, дайте одно хотя бы. Одну, давайте, любой, высказывайте. Ну, я считаю, что преподаватель должен доносить для нас... Да. Я ваше мнение учел. Это мнение вопрос. Что значит... Учел. А? Учет мнения, он не в договоре. Этот учет мнения прописан в Трудовом кодексе. Он предлагает такую процедуру. Я приготовил приказ. Хочу вас уволить. Ну, учет мнения... Я вот у нас председатель правкома, я ему раз эту бумагу, хочу его уволить. Он говорит, я должен обосновать. Учет мнения, процедура учета мнения предлагает, чтобы обосновать, потому что плохо на меня смотрит. Так, обосновал. Я вам. А вы должны мотивированное заключение написать. Мотивированное, понятно, от вас уже обоснование не требуется. Но какие-то мотивы-то, что вы не просто потому, что вы меня не любите, это не пройдет. А вы какой-то мотив должны дать, почему вы вот... Не согласны. Вы говорите, не согласны, да. Если не согласны, должны быть проведены консультации. Вас приглашаю попить кофе. Кофе мы попили, после этого я его увольняю. Понятно, что такое учет мнения. Учет мнения – это откладывание. Это откладывание. Это просто... То есть будет так, как я сказал, но не сразу. То есть вот так вот сгоряча не могу прямо сказать, все, выходите за дверь. Нет, не могу. Я должен туда, сюда там, поговорить, но уже все предрешено. А согласование, он говорит, нет. И весь разговор. Все. Вот в этом, по всем важнейшим вопросам, в том числе по численности работников, по числу работников, по увольнению и по другим очень важным вопросам осталось согласование. И в результате вот спора, который был летом, и сейчас там продолжается еще, согласование тоже осталось. Уже по меньшему кругу, но осталось согласование. Это очень важно. А в противном случае, какая вам разница, там улучшится условия или нет, если вы будете за воротами? Вас интересует? Да, интересует, так сказать. Ну, так, для общего интереса, как там изменились условия труда, оплата и так далее, если вы не там. То есть это все имеет смысл только при одном, что вы там работаете. Поэтому без этого ничего нет. Этот проект, который был, для того, чтобы он... был вынесен на переговоры, надо не спешить никуда. Я, кстати, про учет мнения хочу вам еще сказать, что вот есть такая машинка у докера, знаете, это вот есть машинка для того, чтобы уничтожать документы. Ты туда опускаешь бумажку, там, она и, ее перемалывает сразу. Они эту машинку называют учет мнения. От вас поступило ваше мнение, ну, все с вашим мнением, все ясно. Ну и раньше говорили, что вот пришел в райком, там состоялся обмен мнениями. Пришел со своим мнением, ушел с мнением райкома. У вас вопрос, Маша? Я хочу сказать, скажите, пожалуйста, просто очень интересно, а почему на рабочем трудоустройстве полагается куртка брезентовая мужчина и только, а почему женщина нельзя? Потому что они не работают, они не записаны. Да. Потому что женщина надо красивую, шерстяную. Объясняя насчет брезентовой и шерстяной, однажды там не было холдоговора, просто перерыв был, один договор закончился, а новый еще не вступил в действие. И в старом, и в новом проекте стояло шерстяное бандирование. Сразу его поменяли на брезентовый. Потому что в шерстяном, вот если вы промокли, то вы не заболеете. А в брезентовом вы промокли и заболеете. Или, допустим, написано, что вам полагается плащ. Ваш, ваш. Вам выдают его, и это ваше. Вы его, вы ушли, а он сохнет. Вы пришли, он сухой, вы надели, пошли на работу. Сразу написали дежурный, тут же, на следующий день, дежурный плащ. И дежурный, значит, только вот я пришел,
весь мокрый плащ поставил, и тут вы пришли ночью работать. Взяли этот мокрый плащ, на себя натащили и пошли. Видите разницу? Большая разница. То есть эти вещи очень, на самом деле, ощутимые для человека, для здоровья, там, для жизни. Они, может быть, сводятся к некоторым мелочам, и это мелочи для тех, кто не работает. Например, такое высказывание было одного из докеров, что у нас идет вода, а люди после работы идут в душ и моются. Между прочим, они вместо того, чтобы ехать домой, вынуждены переодеться и вымыться каждый раз. У нас идет то горячее, то холодное, то грязное. Вода. А нельзя ли сделать чистую, чтобы была еще и теплая? Вот составили вы проект, и все постарались в нем учесть. Что надо дальше сделать? Опять некоторые торопышки, которые ничего не понимают в конфликтологии, они, значит, хотят пойти опять письмо написать генеральному директору, и давайте с ним сядем переговорить. Что вы будете переговорить? Вы кто такой? Переговорить. Я вот генеральный директор, вы кто такой? Погулять вышел, и все. Ах, погулять вышел, значит, ушли с рабочего места. Запишите, пожалуйста, ушел с рабочего места. Вышел погулять. Надо пойти и в каждом подразделении, в каждой бригаде или в цеху, в отделе обсудить этот проект. Но если вы обсудили, то это как бы вы ни с чем ушли. Надо принять решение о том, что если он хороший, чтобы коллектив за это проголосовал. А поскольку мы с вами конфликтологи, немножко юристы, поэтому надо записать протокол, что он присутствовал, столько-то. В цеху столько, присутствовало столько, поставлен был на голосование, и большинство проголосовало, и столько-то голосов, явно больше половины проголосовало «за». А для того, чтобы получить это большинство, мы должны быть реалистами и понимать, что так все уж так запросто, вот все вот не прочитает весь проект вот такой. Для этого надо самое интересное и важное выделить на одну страницу и написать, чтобы каждому еще. То есть каждый докер мог получить, и вот я предлагал, и это реализовали докеры. Каждый докер получил проект. Каждый. Персональный. Вот я вам дал, а вы можете не читать. И потом я прокукурекал, можете не расцветать потом. Но я это отдал. Но каждому еще дали страничку, на котором самые важные пункты своей жизни, зарплаты, и условия труда. Он понял, что там в нем хорошего есть в этом коллективном договоре. Это во-первых. Во-вторых, нужно проголосовать за то, что кого вы направите на конференцию. То есть надо заранее определить, какая будет конференция, сколько человек, норма представительства. И проголосовать, чтобы вот эти делегаты, вот если мы вас пошлем, чтобы вы голосовали за этот проект, а не за другой. Придет генеральный директор, так вот посмотрит на него, и он возьмет и проголосует уже за проект генерального директора. Так вот, чтобы этого не было, а люди работающие, они коллективисты. Если вы такое решение примете, то они и будут его придерживаться. Они примете и не будут его придерживаться. Поэтому мы должны на это смотреть как реалисты. Нужно мало того, чтобы одобрить, но и нужно поручить, избрать делегатов и поручить им отстаивать этот проект на конференции. И на переговорах, и везде. Вот только после этого, когда у меня в кармане большинство голосов коллектива, я могу написать и прийти на переговоры к директору и сказать: так, вот ситуация такая, Иван Петрович. Иван Петрович, вот большинство коллектива вот за это вот проголосовало за этот проект. Вообще-то, вы нас освободили на 3 месяца. Ну, что нам, зачем эти 3 месяца? Лучше давайте, вот мы готовы сейчас подписать, уже коллектив все обсудил. Подписывайте, и все, и на этом заканчиваем переговоры. А вы хотите с коллективом иметь хорошие отношения, как генеральные, или не хотите иметь хорошие отношения? Вот такого генерального, который не нашел хороших отношений со своим коллективом, вряд ли хозяева будут держать. Как вы считаете? И так и бывает. Вот. Ну, хоть, может, и лучше, и хуже пришлют. Но этого уберут. Короче говоря, если мы знаем, что это серьезные, так сказать, задачи стоят, поэтому нужно с этим выходить. А если вы знаете, что никакие представители администрации ни за что не примут, вот так вот на уровне переговоров, то, значит, вы отсиживать будете это до того, как не выполните всю процедуру перехода к забастовке. Поэтому вот этот проект коллективного договора – это, по существу, комплексное, это формирование требований работников, за которые они будут конфликтовать.
конфликтовать. И в этом случае конфликт имеет положительное значение. По-пустому конфликтовать – это называется дрязги разводить, правильно? А по-крупному конфликтовать – это значит добиваться прогрессивных положительных изменений. И конфликтовать с теми, кто идет против интересов трудящихся, можно и нужно. Или не нужно? Нужно. Кто будет против нашей группы, которая здесь занимается, будем с ней конфликтовать. Михаил Васильевич, да. А вы нас можете научить с банкирами конфликтовать? С банкирами? Ага. Зачем с ними конфликтовать? Надо с ними договариваться, просить у них деньги на хорошие проекты. А для этого надо иметь дружбу с теми, кто их учит. Вот у нас был товарищ Есипов, заведующий кафедрой ценообразования, он многих банкиров выучил, поэтому он мне сказал, вы придите к нему, попросите на газету, он денег даст. Вот и весь конфликт. Но много это не даст. Много не даст. Что? С работодателями, с обычными и договариваться по-хорошему с банкирами. Конечно. Так а что с конфликтом? Он не ваш же банкир, он все равно вам не даст. Если никакого интереса у него нет. У него интерес другой, что ему неудобно перед тем, кто его учил. Правда, я вот просил у этого своего дипломника, товарища Кудрина, помочь в газете «Народная правда», где я главный редактор, но от него сообщил его помощник, что он очень занят и, к сожалению, не может рассмотреть эту проблему. Товарищ Кудрин у меня дипломником был. А вы до того, как он диплом получил, или после? Ну, конечно, после. Зря. Так я пока... До того он не был министром финансов. Так что все было правильно. Так. Вот это вот самое главное условие, то есть иметь это. Поэтому вся эта длинная процедура, которая там предполагается, вы должны прочитать в Трудовом кодексе. Процедура такая, что сначала вот эти 3 месяца будет, сначала примирительная комиссия, неделя, а может и больше. В течение примирительной комиссии вы можете провести предварительную забастовку. Никто бы это не посоветовал делать, я бы тоже. Ну что, через три дня уже сразу забастовка, уже вроде как будто какой-то скандал, когда еще не говорил. Зачем? Во-вторых, она не получится быстро. Провести хорошую забастовку – это значит обеспечить, что больше половины работников остановят работу. Это, думаете, это легкая задача? Говорят, а что так мало у нас бастует? Недовольных много, а вот остановить работу одновременно всем – это очень большая задача. Я вот присутствовал в Эстонии на собрании, так сказать, бастующих на одном из крупнейших предприятий. Выступала женщина, говорит, я 20 лет работала, чтобы не было такого дня, чтобы я не приступила к работе. И вдруг я вот не работаю, бастую. Русскоязычное население в связи с нарушением прав бастовало там. Ну вот там теперь негде бастовать, поскольку крупных предприятий-то и нет. И в Латвии теперь вся промышленность уничтожена. Иногда говорят, вот бастуют, они, наверное, разрушают производство. Вот если не бастуют, то производство и разрушается. Потому что кто заинтересован в сохранении производства? Вот если я капиталист, не сошлись у меня с вами интересы, не хотите вы так работать, как я хочу, я переведу свой капитал в другую отрасль, а вы помираете. Вот и все дела. А вы куда денетесь? А вы никуда не денетесь, если вы на работе. Поэтому самым заинтересованным субъектом в сохранении отечественного производства являются, конечно, рабочие работники, инженеры, технические работники. Поэтому они-то не уедут за границу. Им некуда ехать, никто их там не ждет. И жилье им там никто не предоставит, и хорошую работу не собирается никто предоставлять. Михаил Васильевич, да. Научите нас, пожалуйста, социалистическую революцию. Чтобы делать социалистическую революцию, надо научиться составлять коллективные договоры. Да, это вот по существу, потому что если люди умеют составить коллективный договор, они могут работать в госплане. А если они не умеют составить коллективный договор, они никчемные люди, и никуда их ни до каких, они только могут шуметь там по поводу социалистической революции, кричать, стрелять в воздух или непонятно в кого. У меня нет оружия, не стреляю. Ну, это не проблема насчет оружия. Хочу вам сказать, что вот мы на Белинского сидели, и у нас тут 16 лет мы находились на Белинском, там очень большое было помещение. Ну, в Смольне там охрана была, а вот на Белинском к нам могли просто любые люди прийти. Приходит, однажды звонок, я открываю, с вращающимися глазами женщина говорит, Михаил Васильевич, я вас знаю, жить невозможно, дайте автомат.
Ну, я говорю, ну давайте паспорт и деньги. Она говорит, зачем паспорт? Как зачем? Это серьезное же дело, автомат. Ну, пойдете, убьете продавщицу винного магазина. Кто будет отвечать? А деньги зачем? Да деньги же автомат деньги стоит, как вы думаете? Так она посмотрела меня с такими дикими глазами и закрыла дверь и ушла. С такими людьми лучше вот не спорить, а сразу прямо к ним к делу приступать, давайте их организовывать бы. Вот Маша тоже все требует, там оружие. У нас товарищи в Нижнем Новгороде говорят, так у вас есть отделение уже готовое у вас? Там и распределено, кто пулеметчик, кто автоматчик. Я пулеметчик и автоматчик. Нет, таких не бывает в армии. Это вы сначала ознакомьтесь с уставом вооруженных сил, потом будем с вами разговаривать. Для того, чтобы сделать революцию, Маша, надо иметь органы, которые будут существовать вместо тех, которые есть сейчас. Такими органами в 17 году какие органы были? Один орган будет вы, Зубов Александр Иванович, третий Игорь Дмитриевич, четвертый Сергей Иванович. Нет, вы не знаете историю своей страны. Какие органы у нас были, которые потом пришли на смену прежним органам власти? А? Советы. Что сначала, советская власть или советы? Советы. Так вот, вы создали советы, что ли? Создали. Ну что вы обманываете народ-то? Я думаю, вас надо начать штрафовать за ложь. Совет до советов вам как до неба еще. Вот, то есть некоторые люди думают, что если советы, то советская власть. Да советы были созданы когда? В 5-м году. Что советская власть была? В 5-м году были советы. Потом пропали. И было, кстати, в Москве декабрьское вооруженное восстание, но там советы не создавались. Советы создавались в Иваново. Это разные вообще вещи были. А потом советы, которые были созданы, знаете, кто был первым председателем совета Петроградского? Ни за что не угадайте. Керенский. Вот Маша угадала. Ну. Вы создали такой совет, чтобы хоть вы или Керенский были бы его председателем? Потом советы были эсеры-меньшевистки. Потом часть советов после Корниловского мятежа, которые выступили против мятежа Корнилова, а мятеж был Корнилова против вообще демократии буржуазной, стали большевистскими советами. Это в войсках Северного фронта, в Москве и в Петрограде. И все. И вот, собственно, эти советы, они, так сказать, взяли власть. Эти советы взяли. Очень мирно. Сколько человек погибло, неизвестно. Говорят, что 6 человек. Говорят, что 6 человек. И как они могли погибнуть, если защищал Зимний дворец женский батальон и юнкера? Они очень здорово. Ну что это? Никто в них не стрелял, кому они нужны? Никто в них не стрелял. Там был очень большой лазарет в Зимнем дворце на 10 тысяч человек. Там, может, от страха кто умер за это время, когда пальба началась в воздух. Или когда, значит, для страстки из Петропавловской крепости орудие шрапнели, шарахнуло по московскому. С «Аврора»-то не стреляло. Вообще, это была самая мирная революция. У нас сейчас в день погибает от дорожно-транспортных происшествий гораздо больше, чем это было в 17 году. У вас, короче говоря, Маша, советов нету, и поэтому без советов говорить о революции пустая болтовня. По пустой болтовне мы не можем заниматься на занятиях. У нас здесь время выделено нашим государством. Что? У нас советы есть. У вас есть советы, кому чего посоветовать. А органов таких у вас нет. Так, идем дальше. Заканчиваются эти 3 месяца. После примирительной комиссии идет так называемый поиск посредника. Сразу вам хочу сказать, как человек, к которому неоднократно обращались с просьбой выступить посредником. В том числе и с Приморья мне, так сказать, до Дальневосточного порта обращались товарищи с просьбой выступить посредником. Я сразу вам объяснял, что да. Там много конфликтов? Там много. Да, посредником я согласен у вас быть. Но сразу хочу сказать, что ваш работодатель не согласится, чтобы я был у вас посредником. Не потому, что он меня знает, а просто потому, что если вы меня предлагаете, то с какой стати работодатель будет соглашаться с тем, кого предлагает противоположная сторона? Ну, с какой стати? И наоборот. Поэтому никакие эти консультации по приглашению посредника никогда не кончаются, и я таких случаев не знаю, чтобы был посредник. Его выдумали те люди, которые не знают, как разрешаются коллективные трудовые споры. И вот с этой выдумкой имеет дело. Ну, провели консультации по приглашению посредников. Вот вы предлагаете Иванова, я предлагаю Петрова. Мы не договорились, пишем протокол. Написали, этот этап пройден. Следующий этап. Какой? Следующий этап – трудовой арбитраж. Если стороны
согласились, что будут его выполнять. А с чего это? Его решение выполнять. Трудовой арбитраж означает, что к вам присоединится еще одна сторона – государство. Государство стоит на стороне работников или работодателей? Ну, так и что работникам с этим соглашаться, что вот обязательно. Хотя бывает ситуации, я вот участвовал в таком арбитраже, и арбитром даже был, когда другая сторона решила, что она вообще не будет приходить, работодателя. Ну, не хотите, а мы пошли, зарегистрировали спор в службе по разрешению коллективных трудовых споров, как государство. Номер получили, и поэтому то, что они не приходили, ничего не означало. Как вот вы не пришли на матчиков, одна команда не пришла на футбол, а матч состоялся, и вам засчитано на поражение. Все, и так они проиграли. А под конец они поняли, что теперь решение-то есть, а их дело уже выполнять или не выполнять. Одна сторона работников заявила, что она во многом не согласна, но будет выполнять решение арбитража. Те подумали, подумали. Значит, если они не будут выполнять, то они источник конфликта. И источник забастовки. Тогда они тоже написали, что они тоже будут выполнять. И закончился конфликт на этом этапе. Но так редко бывает. Обычно дело тянется до того, что и после арбитража остается протокол разногласий. Что такое протокол разногласий? У нас вот с вами пол разногласия по всем вопросам. Мы можем с вами одно согласие найти, что, значит, написать единый протокол и подписать оба, что мы согласны, что у меня такая позиция, а у вас такая позиция. Можем это записать? Мою позицию слева, вашу справа. Хотите слева, вы, я справа. Все мы написали и все подписываем. СИМ подписываем. Вы и я. Так? Вот протокол разногласий составляется единый. Если я не буду подписывать, вы одна напишите протокол разногласий. Или я один напишу протокол разногласий. Какая разница-то? Все равно зафиксировали это дело. И раньше было так процедурно, что наличие протокола разногласий было основанием для начала коллективного трудового спора. Сейчас нет, это выкинули на всякий случай. Начинайте сначала, товарищи работники. Собирайте конференцию трудового коллектива. И на конференции формулируйте требования. Требование может быть очень простое. Вот заключить коллективный договор согласно тому проекту, который представлен профсоюзной организацией. И все. Вот и требование. Очень простое. Забастовочное. Тут есть всякие подводные камни. Некоторые люди пишут, провести забастовку там 15 числа. Вот они 15 началась, они хотели 16 продолжать. Я вам говорю, у вас написано 15, а сегодня 16. Ваша забастовка дальше незаконна. А ничего никто не удовлетворил. Поэтому обычно знающие люди, опытные пишут, бессрочная забастовка. Бессрочная. А бессрочная хороша еще тем, что во время забастовки нельзя никого уволить. Из тех, кто участвует в примирительных процедурах. Дескать, мне не понравилась вот ваша физиономия, как вы на меня смотрите. Ну вот, подождите, вот закончится забастовка, я вот вас тогда... А она продолжается, 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 продолжается. А я все жду, жду, и никак все не дождусь. Поэтому ничего такого здесь неприятного нету в том, что идет забастовка. А что такое забастовка, вот я не знаю. Вот, Маша, хоть ты вот за революцию, но скажи, вот ты знаешь, что такое забастовка? Приблизительно. Революцию ты точно знаешь, а забастовка приблизительно. А без забастовок может быть революция? Может. Не может. Сколько не может? А что же было бы, если в 17-м году? Вот в 17-м году был пик забастовочного движения. Движение это было, а как революция без всякой забастовки случилась сама? Как это без всяких? А что такое? Что такое советы по смыслу? Советы это органы, которые делегируются от забастовочных комитетов, ну, к вашему сведению. В 1905 году, да еще до власти как до неба, чтобы для того, чтобы была политическая власть, надо, чтобы были органы. А органы, советы, строятся по делегированию от коллективов, от забастовочных комитетов, а иначе они ничего собой не представляют. Подумаешь, кто-то вам кого-то делегировал. А вот если это от забастовочных комитетов орган городской в Иваново, так с ним все считались. Приходила администрация городская и просила напечатать вот такое постановление. А иначе, если не согласятся деятели этого самого совета, то и не напечатают, потому что забастуют, бастуют печатники и так далее. Транспортники бастуют. Этих перевести, а этих не перевести. Если корабль надо, чтобы он разгружен был, кого надо просить во время забастовки? Генерального директора соответствующей организации или забастовочный комитет? Капитан корабля. Ну, капитан корабля тут ни при чем. Разгружать-то не капитан. Еще ни один капитан, ни один корабль никогда не разгрузил.
Грубая ошибка. Нет, не пойдет. Не серьезно. Так. После того, как сформулированы требования, должна пройти конференция снова. То есть та конференция, которая приняла решение о начале коллективного трудового спора, собственно говоря, не она предрешила наличие этого коллективного трудового спора, а вот работники передали требования. Если с ними не согласится работодатель или промолчит, не ответит, то считается, что начат коллективный трудовой спор. Можете не отвечать. Так понятно, по закону. А можете ответить. А если вы частично удовлетворяете требования, то это надо вот с представителями обсуждать. Если они согласятся с этим, спор заканчивается. Если нет, не заканчивается. Итак, конференции. Иногда бывает так, что вы хотите провести конференцию, а его вам никакой зал не дают. Хоть и написано, что надо предоставить помещение, не дают. Что делать? Конференцию проводят, например, в обеденный перерыв на улице. Обеденный перерыв – это рабочее время или свободное? Вот я, если я ваш начальник, могу вас в свободное время, в обеденный перерыв заставить что-то делать, куда-то посылать, или вы меня можете посылать и говорить, что я сейчас кушаю бутерброд, Михаил Васильевич, отойдите от меня. Так или не так? Ну, в свободное время что-то будем делать. Да, что вы можете находиться там, можете находиться сям. Поэтому вы можете во дворе встать, а у вас уже все подготовлено, и поставить на голосование вопрос о том, что вот это вот принять. Но, а если посменная работа, то у вас три смены, значит, у вас каждый раз присутствует на работе только одна треть. Что делать? Тогда тоже есть для этого способ такой собрать. Вот собирается одна треть, пишется протокол, вот первая смена проголосовала за это. Столько за голоса участвовала, столько за, столько против, столько воздержалась. Потом со второй сменой во время ее обеденного перерыва, потом с третьей сменой. Итого, потом сводный протокол. И все, и в сводном протоколе видно, что всего проголосовало вот столько, против незначительное меньшинство, воздержалось тоже незначительное меньшинство. Все оформлено. Можно письменное устроить голосование за забастовку. Письменные. Все голосуют, просто все письменно туда, свою подпись, что я вот сюда, проведение забастовки. Дают подписные листы, и люди пишут. Собрали со всех, вот все, большинство проголосовало, процедура выполнена. А что такое забастовка? Я вот Маше задал, она задумалась глубоко, поэтому кто-нибудь другой может ответить. Что такое забастовка? Постановка работы, при этом с оплатой. Ну вот я сейчас рот закрыл, это что, забастовка? А? Если вы при этом требования выделяете. Я требую, чтобы вы замечательно готовились к занятиям, к экзамену, и к зачету особенно. Значит, смысл моего вопроса в том, что забастовка по понятию, которое имеется в законе, а тут надо строго по закону действовать. Строго по закону. Это полное или частичное прекращение работы. Полное или частичное прекращение работы. С целью добиться определенных требований, да. Ну, не обязательно полное прекращение работы. Вот, скажем, докеры, которые добились вот этого, такого коллективного договора, они вставали так. Один собственный комитет принял решение вставать так. И такая была форма уведомления работодателю. Форма забастовки такая. Один час в день. Перед обедом. Во время забастовки забастовочный комитет может изменить форму забастовки и написать, что теперь полтора часа после обеда или полтора часа по окончании рабочего дня и так далее. И, или вот вы будете вот первый час, вы второй, вы третий, вы четвертый, а все остановится, потому что все друг с другом связаны на производстве. Если это будет в шахматном порядке прекращение работы, то все остановится, но вам придется заплатить на один час меньше. У вас только одного часа меньше. Оплатить надо за работу. И вам практически все. А если вы еще всю работу выполните, у вас отдельная работа. Вот докеры выполняли, а у них еще приработок. За более быстрое выполнение работы они получали такую же зарплату и забастовали. А во время забастовки их не тронь. И все боялись с ними иметь дело, с работодателями, с хозяевами, у которых бастуют люди. Васильевич, как быть с производством, которое нельзя
Думать надо. Какое? Химическое? Что? Химическое? Химическое, экологическое. Нам нельзя остановиться, пожалуйста. Экологическое, как остановились? Остановились, если у вас тут все. Думать надо. Значит, есть случаи, когда это говорит как раз о том, что вот такую решающую роль в отстаивании прав работников выполняют представители машиностроительных предприятий, таких, действующих таких. Потому что, но я вам уже говорил, вот авиадиспетчеры, которым все запрещено, они голодовки объявляли. Или собрания профсоюзные, я вам рассказывал. А? Это будет как бы не забастовка, а роль такая же самая. Вот сейчас собрание будет профсоюзное, вот вам, допустим, вам что, разрешено делать забастовку? Я не слышал, что было. Во-первых, вы не трудящиеся, а учащиеся. Вот, ну вот, вот объявите, что вы сегодня не уходите отсюда, у вас профсоюзное собрание. Он говорит, у вас нет профсоюза, а мы тогда организуем сейчас профсоюз. Прямо сейчас. И будем сидеть до скольки? До 23 здесь. А дальше никуда не уйдете, потому что если в мобильнике есть, позвоните, что мы не уходим, у нас профсоюзное собрание. Там немножко народ будет волноваться дома. Ну ничего страшного, ну профсоюзное собрание же. А завтра и завтра, а ночью и ночью профсоюзное собрание. А еда приносите. Пусть несут сюда, журналистов пригласите, пусть посмотрят. Требуем повысить стипендию с 1000. Сколько там? 1450? 1405. 1405. До 1406. До прожиточного минимума требуем повысить. Все, не уходим. Вы думаете, вот была монетизация, пенсионеры как себе обеспечили карточки, по которым я тоже вот езжу? И вот Владимир Дмитриевич, 10 тысяч человек вышло на угол Невского и Садовой. И думаете, они там подавали заявку на митинг или на какую-нибудь акцию. 10 тысяч пенсионеров вышло, и все перепугались. А это же избиратели. Кто ходит-то избирать-то власть сейчас? Пенсионеры же. Это страшное дело. Быстро все. И нам идет выплата. Вот нам присылают на карточку. Деньги, карточку вы можете купить в метро. Но деньги присланы на карточку. Да. То есть в таких случаях для этого есть конфликтологи, которые должны думать, придумать что-нибудь. Такое. Студенческая забастовка. А? Да у вас уже была студенческая забастовка. Если вы думаете, вот вы ходите в свою столовую, в этой столовой, когда вот пришли новое руководство, пришло, у нас же была другая фирма была, которая обслуживала наши буфеты. Ну, все приходят студенты, смотрят, 250, 230, 240. А раньше было в пределах сотни. Ну, вот наши все поглядели, поскольку сильно политически подкованы, вот революционеры, они так и просидели. А филологи потребовали, написали письмо ректору, там устроили самый шум большой, митинг, и потребовали, чтобы были установлены, так сказать, цены на комплексные обеды в районе 100 рублей. И появились 100-рублевые обеды. Потом, конечно, уже начали потом растаскивать 110, сейчас не знаю, сколько уже. 120 еще делать. Но это кто делает? Это студенты-филологи выбили. Что думаете, так прямо свалилось вам 110, да, 120? Конфликтологи. Так. Поэтому забастовку, вот, например, в Иваново бастовали, просто остановили предприятие. Ну что, ну остановили. Заработы нет, зарплаты нет. И сами без зарплаты, и предприятие не работает, и оно не поставило, и прибыли нет, и что? Ну и, так сказать, замирание произошло производство. А у докеры, ну они подумают, сейчас туда-сюда передвинули его. А и угрожали в следующий раз так, за 3 дня надо уведомить работодателя об изменении формы забастовки. Забастовочный комитет, ни собрание не собирать не надо, ни конференцию уведомили, и теперь будет у нас 3 часа будем. С утра позже приезжать. А опасно особенно оставлять свое рабочее место, потому что гастарбайтеры будут наняты. Или, скажем, если там квалифицированный труд, как у докеров, то есть, скажем, морское кадровое агентство оттуда придут. Люди, которые 2 раза меньше получают, у них нет коллективного договора, у них все хуже. Их туда, на это место поставят. Поэтому места свои не надо бросать. И во время забастовки лучше сидеть, так сказать, на рабочем месте и читать «Капитал» Маркса. Вот форма забастовки. Ну, придумайте что-нибудь.
на металлургическом производстве. Во время коллективного трудового спора возможны пикеты, митинги, другие формы, коллективные письма. Форм очень много. Важно, чтобы люди свои интересы отстаивали, а не думали, что это будет кто-то отстаивать другой. Ну, кто будет отстаивать другой? Если я вот капиталист, и моя цель – прибыль, почему это вы думаете, что я буду улучшать ваши условия труда? Ну, если я очень шибко умный работодатель, я так рассуждаю, что я вот ваши условия труда улучшу, вы будете лучше работать, у меня будет больше прибыль. Но это надо, так сказать, чтобы так были не буратины в числе капиталистов, а люди все-таки такие просвещенные. У нас этих просвещенных очень мало. В основном они смотрят только вот как сейчас схватить и все, а потом все рассыпается. И рассыпается предприятие. Например, Форд, как умный миллиардер будущий, да, как изобретатель, инженер, он всегда повышал зарплату, все красил производственное помещение в светлый цвет, всю грязь убирал, вот, улучшал условия труда и обыгрывал своих конкурентов. Все к нему шли, у него охотно работали, меньше всего у него было конфликтов и так далее. Поэтому, ну, с толковыми работодателями можно находить общий язык, безусловно. Вот тут есть 24-е приложение о повышении уровня реального содержания зарплаты, одним из авторов которого я являюсь. Вот товарищ Южилин, тогдашний генеральный директор Толковый, он внимательно к нему отнесся, вникнул и согласился и подписал. И вы увидите вот в этом документе то, что является необычным. Посмотрите, каждый раздел новый, снова подписи и печати, подписи и печати. Потому что генеральный директор по окончании переговоров наотрез отказался подписывать коллективный договор. Ну и люди, так сказать, которые не подонтарели в деле разрешения споров, они говорят, ну что, все делать. Он весь был, что зря, все переговоры прошли, ничего не вышло. Мы его успокоили, не волнуйтесь, пусть они подписывают. Сейчас мы издадим, вот мы, я вот, потратьте деньги, издайте, поскольку протоколы все подписаны, то есть, считай, каждый отдельный кусок подписан, а вам что нужно? По каждому вопросу нужно вот это положение, чтобы было подписано. Есть у вас в конце подпись? Нет в конце подписи. Напечатали, и тогда администрация стала пользоваться вот этим экземпляром, который у вас в руках. Теперь я хочу вам сказать, в связи с важностью этого дела, что вот вам предстоит каждому написать такую работу самостоятельную, анализ вот этого такого коллективного договора. Этот договор написан там до 2011 года, он был продлен до 2014 года и действовал до 1 августа 2014 года. Сейчас там ситуация ухудшилась. Поэтому это один из лучших в России коллективных договоров, один из наиболее толковых. Кто его является главным автором? Товарищ Федотов, начальник. Он был начальником консалтинга правового отдела. Мы с ним вместе написали книгу «Введение коллективного трудового спора за заключение коллективного договора соглашения». Два экземпляра этой книги есть у нас в кабинете, я сюда отнес. На сайте Фонда рабочей академии в разделе «Библиотека» есть. Тоже эту книгу ее можно скачать. И я хочу сказать, что вы можете здесь, ну, так вникнуть в содержание настоящих больших и крупных коллективных трудовых споров по серьезным вопросам жизни. Тут все вопросы жизни затронуты, начиная от бытовых условий на производстве, условий труда, заработной платы, формы организации производства, вплоть до скрепления и раскрепления грузов, где всегда возникают, так сказать, всякие вопросы, как это дело оценивать, а как учитывать и так далее. И, например, учтено и то, что бывает очень холодно, и нужны перерывы для обогревания. Не напишите в кредитный договор, замерзнете. Бывает летом до 30 градусов на улице, а в кабине этого перегрузчика уже до 40, до 50. В колдоговоре записано, что вот выделяется столько-то минут для отдыха во время работы, в течение рабочего времени. И я видел такую картину, когда... Да, говорит, как это невозможно работать? Я говорю, да что, вы не читали, у вас же в коллективном договоре написано. Ну, так останавливайтесь и отдыхайте. То есть люди не пользуются еще иногда даже тем, что записано, к сожалению.
Значит, я выдал этот коллективный договор не всем, в силу того, что не на всех есть эти экземпляры. Поэтому просьба так, так сказать, распределить каким-то образом между собой, чтобы тот, кто сделает за полторы недели, а другому оставит полторы недели, чтобы он тоже мог сделать. То есть вы пишете анализ, как вы понимаете, что вы должны увидеть, какие, что это за документ, какие достоинства, какие недостатки с вашей точки зрения. Какие соображения у вас пришли к вам в голову в связи с этим коллективным договором, в связи с проблемой заключения коллективного договора и ведения коллективных трудовых споров? Коллективный договор является самой прогрессивной, наилучшей формой разрешения коллективных трудовых споров. Почему? Потому что подписанный двумя сторонами, он представляет собой что? Локальный нормативный акт. Локальный нормативный акт. Это норма права. Предусмотрена трудовым кодексом. То есть те люди, которые участвовали в его составлении, начиная с составления проекта, и те, кто бастовали, те, кто отстаивали его, обычные люди, трудящиеся, они являлись теми людьми, которые участвовали в составлении права, новых правовых норм. Эта правовая норма, так сказать, распространяется на данные только на работников одного предприятия. Если аналогичные коллективные договоры будут на других предприятиях, тогда легко и через Государственную Думу провести соответствующий закон. И наоборот, если не будет никаких оснований и прецедентов для какого-то закона, то очень трудно его провести через Государственную Думу. Я хочу сказать, что вот мы с товарищем Федотовым подготовили проект Трудового кодекса России, и этот проект Трудового кодекса России, как проект Фонда Трудового, Фонда Рабочей Академии, он был выдвинут целым рядом депутатов в разных созывах. Сначала Корсаковым, Григорием, Шандыбиным и Ионовым, потом Авалиане Тимурадом Георгиевичем, это председатель рабочих комитетов, депутат Госдумы, и потом Олегом Васильевичем Шейным. В итоге наш проект набрал больше голосов, чем правительственный проект, чем проект 8 профсоюзный, ФНПРовский, чем проект Московской Государственной Думы, чем проект депутата Голова Яблочный, в котором детям до 8 лет 120 часов труда в год он прописал, наверное, в этих для владельцев детских публичных домов. Такие, значит, такой проект. Я об этом публично по телевидению говорил в обсуждении. Я говорю, не знаю, кто еще такое мог написать, потому что во всех странах пишут, что с 14 лет там работают, 16, с 15, но чтобы до детям до 8 лет 120 часов. Не указывается, догадываться надо. Я высказал свое предположение по ленинградскому телевидению. Рядом сидел товарищ Голов, который, когда я был на матмехе секретарем комсомольской организации, он был у нас культсектор и двоечник был. А я там был отличником. Вот. Он промолчал, ничего не мог возразить. Публичное это было обсуждение в прямом эфире. И единственный проект, который мы не смогли, так сказать, обойти, это был проект уже компромиссный, проект Слизкий, который из нашего проекта кое-что взял. Вот, он выиграл, мы получили 189 голосов, но докеры устроили пикет могучий около перед Думой, и товарищ Жириновский проходил, и какая-то бабушка ему по голове дала палкой, и он воздержался при голосовании. Вот, вся фракция КПРФ, которая буквально за месяц еще до голосования не знала, что за кого податься, куда, поскольку она любит за свое голосовать, а своего ничего не предложила. Но потом оказалось, что надо либо за работодателя, либо за работников. И вся фракция проголосовала за наш проект. Итого мы получили 189, надо было 226. Тогда мы подали ко второму чтению наш проект в виде поправок к проекту, который был. И набрали больше 220. Но все равно они не добрали. Но против, наш проект получил меньше всего голосов против. В этом смысле первое место. Во всяком случае, если бы не вот это вот движение и не
продвижения вот этого альтернативного проекта, у нас бы трудовой кодекс был гораздо хуже, и у нас были, если вы возьмете литературу того времени профсоюзную, просто панически, все, конец, все, у нас все права уничтожаются, все. А сейчас там сколько угодно, пожалуйста, коллективно договориться. Делайте, вас освобождают от работы на 3 месяца, творите. Сейчас докеров 8 человек освободили от работы на 3 месяца, они сидели, рассчитали, рассчитывали стоимость рабочей силы, участвовали в переговорах, проходили школу, учебы и так далее. Хорошо? И вот от бастовочных комитетов, Маша, и образовывались в 1905 году, представители собирались, и тогда вот это был орган. Как он решит, так и будет в городе. А если вы просто проголосовали, допустим, вот от нашей группы будет Иванов. Ну и что, что Иванов? И что это Иванов? Ничего, если нет за этим никакой силы. Поэтому вот настрой работников и такое единство – это большая сила, которая позволяет решить положительные вопросы. Как показывает история вообще рабочего движения всего мира, что после сокращения рабочего дня и повышения зарплаты рухнул капитализм? Нет. Улучшалась работа, повышалась производительность труда. В частности, низкая зарплата – это препятствие к применению машин. И что я буду применять машины, когда я могу вызвать 3 гастарбайтеров, они выкопают канаву? А если большая канава, тогда 30 гастарбайтеров. А если очень большая, ну 300 гастарбайтеров. Зачем им шагающие экскаваторы? А когда высокая зарплата, так я чем такую платить вам зарплату, я лучше машину сделаю хорошую. Сейчас пойду. И машина будет автоматически все делать, только чтобы вас не допустить. Ну хорошо, а вы займетесь другим делом, более содержательным. Не обязательно и землю копать, правильно? Буду конфликты разрешать. Михаил, да. Объясните, пожалуйста, там формула в конце договора, формула по расчету зарплаты. И что вам объяснять? Что там? Непонятно. Учите лучше математику. Там все написано. Докерам понятно. Разбирайтесь. Еще вы не читали, еще не думали, а уже сразу вам непонятно. Нет, это нормальное состояние. Человек, когда он что-то новое берет, сначала ему непонятно. Он должен обдумать, подумать. Если вам совсем будет непонятно через 3 недели, спрашивайте, я вам помогу. Вы же учитель. Ну, так я так и учу, правильно. Сначала человек, я же учу вас самостоятельно думать, а не то, что пользоваться чужим умом. А вы уже подумали самостоятельно. Да, это называется торопышки. У меня, например, когда я быстро придумываю, глупые мысли приходят. Может, у вас умные, а у меня, например, глупые. Ну, может, я отличаюсь от вас очень сильно. Вы когда открываете кран, какая вода течет, светлая или ржавая, Маша? Когда вы кран открываете. Да когда вы кран любой открываете, светлая или ржавая идет? Иногда нет. Если застояла я уже там давно. Вот. Иногда ничего не течет, да, я согласен. Поэтому первое попавшееся мнение или представление совсем не обязательно правильное, правда? Поэтому и различают кажимость, видимость и сущность явлений. Мы об этом с вами говорили. То есть с чем мы имеем дело, когда мы имеем дело с коллективным договором? Мы имеем выражение экономических интересов работников – раз. Мы имеем дело с формой выражения их требований – 2. Мы имеем дело с нормотворчеством – 3. То есть люди участвуют сейчас при капитализме, участвуют в формировании права. Если они не могут вообще не повлиять ни на какие законы, хотя бы на своем предприятии, вы верите в то, что они установят хорошие законы, возьмут власть и все сделают. Они пойдут в буфет и за колбасой твердокопченой. Не надо идеализировать, в том числе и трудящихся. В том числе и их, так сказать, революционных представителей. Всяко может быть. Пусть они на деле покажут в сложных условиях, вот сейчас, дескать, вот когда будет революция, вы будете хорошо жить. А сейчас не надо улучшать жизнь? Жди вашей революции. То, говорили, ждите, когда будет коммунизм, ждите, когда будет революция. А вы сейчас не можете составить хороший коллективный договор, что улучшить жизнь сейчас? Предприятие, вот сейчас, потому что дети рождаются сейчас, вот им жить надо. Сейчас нужно квартиру, сейчас нужно идти. Обратите внимание, там оплачиваются медицинские услуги платные, оплачивает их за счет работодателя. На спортивно-оздоровительные мероприятия перечисляет работодатель средства. И пойдите вот в фитнес-клуб, сколько денег? Ну, с вашей стипендией даже нечего разговаривать. Зачем вам фитнес? Вы с этой самой стипендией все бы встроенные такие должны быть. Воздушные, можно сказать, даже. Михаил Васильевич, да. Если всем будет все хорошо, 1400.
Вот те люди, которые умеют делать хорошо, и должны делать революцию. А те, кто не умеет делать хорошо, ничего путного. Революция – это созидательная такая категория. Революция – это что такое? Это переход в более высокую форму, более высокую формацию. А люди, которые умеют все разрушать, они никакую революцию делать не могут. Это вот про них говорят, что они могут устроить бунт бессмысленный и беспощадный. Это бунтари. Это вы весь русский народ называете? А? Это вы весь русский народ? Нет, это вы себя олицетворяете со всем русским народом. А я русский народ с вами еще не олицетворяю. Пока. По крайней мере. Но ведь это русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Даже вот, я хочу обратить внимание, внимательных, вот мы все должны быть очень внимательны к словам, к понятиям. Как вот поют сейчас «Интернационал», те, кто поют. Вы поете «Интернационал»? Нет? Видали революционеров? Это, говорит, революционерка, она никогда не пела. А «Боже, царь, охрани», она хочет контрреволюцию сделать, причем дворянскую, нет, феодальную. Монархическую революцию. А? Монархическую революцию. Значит, революция. Она даже не знает, что такое революция. Революция – это переворот на пути вперед или на пути назад. Она хочет повернуть колесо истории назад, хотя могу вас огорчить, Маша, что вот социализм может превратиться в капитализм, но капитализм в монархизм, в феодализм не может. То есть вы можете купить и сделать корону, там, одежду хорошую, лучше, чем у Путина, конечно, там ходить. Понимаешь, у царя-то красивее были, я согласен. Но, чтобы был царь, а царь – это главный помещик, правильно, главный феодал. Надо, чтобы были феодалы. А чтобы были феодалы, надо, чтобы были крепостные. Я вот начал записывать... помещики записываются легко в дворяне. Вот вы бы записались. А начиная записывать в крепостных, вы пойдете в крепостные? Я пойду. Вот. Вот вы пойдете. Ну идите ко мне в крепостные, хоть я буду подойти. Вы потому что не дворянин. Да какой же я буду дворянин? Когда вы наберите хоть десяток крепостных, тогда я буду дворянин. А если один у меня скажет, у меня одна крестьянка. Так никто меня уважать не будет. Какие будут феодалы меня будут уважать, если меня... Поэтому люди шли на то, чтобы приписывать мертвые души, чтобы сказать, дескать, у меня вот эта вся группа, это все мои крестьяне, это все мои, они это вот, а тогда я вот уважаемый. А если у меня нет этих крестьян, то я никто. Это при капитализме деньги решают все. А тут вот душ. Сколько душ у меня крестьян? Вы это не... Вот это вот... То есть это не только... реакционная идея, вот то, о чем вы говорите, не только не революция, это даже и не контрреволюция, потому что это вообще просто пустые реакционные. Реакционные пустые. А вот с саблями ходить и всякие шляпы всякие нацеливать, напяливать, ну, например, ходить, вы можете посмотреть на королеву английскую. А ее смысл в том, что это музей под открытым небом, так сказать, она ходит, живой музей, на это средство выделяет. На сохранение историко-культурного наследия. Вот раньше у нас были короли. Какую она роль играет в политической жизни? Никакой. Никакой. Потому что ей, вот если вы королева, то я вам напишу вашу тронную речь. Я же и прочитаю. А вы как бы королева. Ну, за это вы можете ездить на хорошем транспорте и одевать красивые платья. А что плохого? Причем живой Эрмитаж. Что тут плохого? Ничего. Я за. И вы это хотите сказать? Это вы считаете революцией? Скажите, пожалуйста, каким образом феодализм связан с монархией? Самым непосредственным, потому что монархия – это форма аристократии. Демократии ведь нет при феодализме. То есть какая-то часть общества заведомо. Потому что все дворяне – это служилые люди. Все они на службе государства. Вот капиталисты не на службе, они никому ничего не обязаны. А вот если вы феодал, там, скажем, дворянин, вы обязаны служить. Причем с детства. И цари, между прочим, приписывались к полкам. Вставайте вовремя, делайте зарядку, тренируйтесь. И вы тоже военные на службе. И все должны быть наготове, чтобы сражаться, чтобы ваши крестьяне не разбежались. Чтобы отлавливать их и наказывать, как Пугачева и Разина. Скажите, пожалуйста, откуда вы? А? Шибко умный я. Шибко умный, немножко читал. Ну, кретина. Какие авторы там пишут? Огромное количество авторов, которые пишут. Огромных, гениальных авторов. Маша, гениальных авторов всегда мало. Читайте гениальных авторов. А как вы их отличаете? Вам нравится, значит, гениальный, не нравится, значит, последний. Это всем известно. Ну что, вот я вот Гегель, кто неизвестно, что вот Гегель, например, самый крупный философ, создатель системы диалектики, так? Маркс двинулся дальше Гегеля, значит, он в этом смысле дальше пошел. А кто историк?
Вы Маркса не читали, хотите сделать революцию. А по истории, я думаю, что лучше, чем ленинские работы, вот если взять так целиком, нету. Как не историк? Ну, каким боком он историк? Он не только историк, он и философ, он и историк, и он и политический деятель. Поэтому, так сказать, он в себе совмещает то, что вам бы надо было бы. А вы в себе не совмещаете пока это. Но это не страшно. Вот если бы это я такие ошибки делал, это было бы постыдно. А если вы такие делаете, это нормально. Для студентов. Студент имеет право ошибаться? Я считаю, что имеет. Если бы вы были там взрослым человеком вполне, вы были бы моим политическим противником. А так мы с вами оживляем наши лекции. Спасибо вам большое. Какие есть еще ко мне вопросы? Или только у Маши ко мне вопросы? Значит, непростая задача сделать так, чтобы коллективные договора попали к тем, у кого их нет. Поэтому просьба к тем, кто их получил, затратить не более полутора первых недель, а потом передать коллективные договора тем, у кого их нет.